Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева прибыли на открытие комплекса жилых зданий, построенных в городе Сумгаит для семей беженцев и вынужденных переселенцев. Председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Рёвшан Рзаев и руководитель общества с ограниченной ответственностью Арчику, исполнитель проекта Мехамед Мусаев, проинформировали о проделанной работе. Строительство комплекса, расположенного в центре города на проспекте Кёроглу, началось в марте 2017 года. Этот комплекс, возведенный на современном уровне в особом архитектурном стиле, рассчитан на 1005 семей беженцев и вынужденных переселенцев. Комплекс площадью 4 гектара включает 12 зданий, среди которых 8 восьмиэтажных и 4 15-этажных здания. В комплексе есть школа, детский сад, дом для проведения церемонии, полицейский участок и другие необходимые объекты инфраструктуры. Глава государства и первая леди ознакомились с созданными в квартирах условиями. Все квартиры полностью отремонтированы, оснащены кухонной мебелью и газовой плитой. Кроме того, квартира имеет централизованную сеть интернета и телевидения. В комплексе имеется в общей сложности 1005 квартир, из которых 167 однокомнатные, 536 двухкомнатные, а 302 трех- и четырехкомнатные. Созданы два уголка для отдыха и детская площадка. Есть все условия для эффективного досуга жителей. 67% общей площади комплекса благоустроено и озеленено. Комплекс расположен в центре Сумгаита, и поэтому он возведен в соответствии с архитектурным стилем города. Особое внимание было уделено фасадам зданий, в которых установлены особые окна. В ходе реализации проекта в дополнение к школе номер 21, расположенной в 12-м микрорайоне Сумгаита, построен новый четырехэтажный корпус. Полностью обновлены фасады крыши существующего здания. На территории проведена работа по благоустройству. В новом корпусе школы имеется 21 классная комната. В дополнительном здании на 540 ученических мест есть все условия для обеспечения высокого уровня обучения. Реализация этого проекта является ярким проявлением чуткого отношения азербайджанского государства к обеспечению высокого уровня образования, знаний и интеллекта у детей беженцев и вынужденных переселенцев. В то же время эта работа свидетельствует о последовательном продолжении на высоком качественном уровне проектов, реализуемых в стране с целью развития образования и укрепления его материально-технической базы. В комплексе построен и детский сад на 50 мест, в котором созданы все условия для воспитания и обучения детей, их досуга и развлечений. Все это доказывает, что президент Ильхам Алиев с особой заботой относится к решению проблем беженцев и вынужденных переселенцев. Этот вопрос всегда находится в центре его внимания. Глава государства определил решение социальных проблем беженцев и вынужденных переселенцев как одно из основных направлений социальной политики в республике. В последние годы для беженцев и вынужденных переселенцев было заложено множество поселков со всей необходимой инфраструктурой, построены многоэтажные здания. На основе указов, распоряжений и поручений президента Ильхама Алиева, а также государственных программ, по сегодняшний день, наряду с решением жилищно-бытовых проблем наших соотечественников, изгнанных с родных земель, проделана значительная работа и по защите их здоровья, улучшению социального положения, повышению занятости и другим вопросам. Свой вклад в эту работу вносят и проекты, осуществляемые фондом Гейдара Алиева. В целом, меры, принимаемые азербайджанским государством для решения социальных проблем беженцев и вынужденных переселенцев, это очень редкая практика в мире, которая высоко ценится всеми международными организациями и используется в качестве примера.